Между тем, сегодня была поставлена точка в одном из виртуальных споров между президентом Обамой и спикером Бейнером. Напомню, что Обама уже несколько дней призывает спикера провести так называемое «чистое голосование» в Палате представителей по вопросу возобновления финансирования правительства. «Чистое голосование» означает, что мера должна быть принята простым большинством голосов без деления на партии. Джон Бейнер утверждает, что у него в Палате попросту не хватит голосов для возобновления работы правительства. Барак Обама с воскресенья призывает Бейнера проверить этот тезис. И вот сегодня стало известно, кто из них прав. На сегодняшний день за возобновление работы правительства готовы проголосовать 219 сенаторов, то есть большинство. Среди них все демократы и 19 республиканцев, которые официально заявили об этом в той или иной форме. Иными словами, демократы правы, утверждая, что большинство конгрессменов недовольны происходящим, и Бейнер идет на поводу у крайне правого крыла своей партии. Спикер знает, что в случае чистого голосования игра будет проиграна. Пока не ясно, повлияет ли распространение этой информации в прессе на дальнейшее поведение спикера Конгресса.